Представьте, что который скажет: нельзя верить. Нельзя. И тебя ждет не тюрьма, не 5 лет, не 7 лет, не 10 лет, а печь огненная. Вы понимаете, как это непросто? Тем более сегодня, на фоне всего того, что происходит, когда мы читаем наши новости, смотрим телевизор, мы видим очень много потрясений в этом мире. И вы знаете, это такое состояние, это то время, когда мы задаем себе вопросы. Кто мы есть? Во что мы верим? Как мы верим? Куда мы идем? А что будет, если? Правда? Ведь я же верующий человек. Что будет, если придет потрясение в мою жизнь? И экономический кризис, и вообще кризис – это тема дня на сегодня. Люди в замешательстве, и очень тяжело. И мы понимаем, что если так вот смотреть вперед, то очень сложно что-либо предугадать. Очень сложно сказать: будет хорошо. Правда? Ну, это только нужно быть таким веселым оптимистом и смотреть весело. Потому что когда мы смотрим, в общем-то, в Писание, мы сегодня коснемся этого, мы можем увидеть, что на самом деле там говорится, что чем больше и дальше человечество будет жить, тем все хуже и хуже будет жить. Вы представляете, друзья? То есть сегодняшний день – это не самый худший день. Вы просто задумайтесь, сегодняшний день – это благословенный день. Мы собрались здесь, мы можем славить Бога. Никто не ущемляет нас в каких-то наших позициях, прославления, молитвы и так далее, и так далее. Это благословение, это благословение. И если посмотреть на все то, что происходит через Писание, если мы возьмем Библию и посмотрим через Библию, а я верю, что верующий человек именно так должен оценивать жизнь вокруг себя, мы поймем, что на самом деле ничего нового не происходит. Если мы честно вот так вот глянем и поразмышляем с вами. Сколько людей живут на земле? После Эдемского сада всегда были сложные времена. Всегда. Хорошо было Адаму с Евом, с Евой. Только они вышли, начались проблемы. Брат убивает брата. Вы подумайте, друзья, 4 человека живет в мире, и 2 умудрились поссориться. Один умудрился убить другого. Очень быстро грех, он способен извращать сердце человека. Человек, он перестает быть тем, кого Бог его задумал, каким его Бог задумал. Он деградирует. Давайте подумаем, сколько времени прошло с того времени, и что стало с этим человечеством. Насколько грех стал частью, смыслом, вообще основанием жизни людей в этом мире. Все распространялось, подобно такой хронической, устойчивой болезни. И действительно, единственным лекарством от этого всего – является Бог, является Слово, является приход к Нему. Это то, что способно поменять сердце человека. И во все эти времена, друзья, сколько люди жили, когда появлялись различные царства, цари, властелины, диктаторы, они завоевывали друг друга. И мы знаем, Александр Македонский, греко-римское царство, самые-самые различные империи, они появлялись, уходили. Они, казалось, приходили и стояли вечно, но что-то менялось. И во все эти времена были люди, которые знали Бога, искали, которые проходили через все то, что с собой приносили эти правители и эти царства. И сейчас мы можем только читать об отголосках этих империй, но Слово Божие у нас по-прежнему есть. И по-прежнему Бог открыто действует в наших жизнях. По-прежнему Бог меняет наши сердца, нашу внутренность. Всегда, во все времена, при любых правителях и при любых структурах жили верующие люди. И мы знаем, когда-то не так давно был такой советский деятель, который обещал показать по телевизору последнего баптиста. Помните, да? Хрущев такой был. Не случилось.
И знаете что? Пройдет 100 лет, если живы будут люди еще, если все будет происходить, все забудут о нем. Но Слово Божье останется актуальным. И также Израиль не исчезнет. И также Церковь Божья будет находиться здесь, на земле, и делать свое дело до того момента, пока Господь не заберет своих верных людей. Друзья, потому что мы имеем дело с основанием, которое не меняется. Люди, живущие в этом мире, они строят свою жизнь на основаниях, которые обязательно будут изменены. Обязательно. И это очень важно для нас понимать. И когда верующие проходили через эти периоды, вы знаете, некоторые из них были богатыми людьми, так Бог благословлял, некоторые из них были бедными, и тоже неплохо было, они шли вперед. И люди взывали к Богу, люди обращались к Богу и спрашивали: «Боже, почему происходит то, что мы видим вокруг? За что?» Очень частый вопрос. Люди в горе поднимают свои руки к небу и говорят: «Боже, за что?» Интересно это смотреть, когда это делают вообще неверующие люди, да? Они не думали о Боге, но вдруг они решили: «За что? Я же хороший. За что? Почему происходит что-то в моей жизни?» И мы знаем, что Бог работал со своим избранным народом. Он очень внимательно следил за Израилем. И израильтяне, проходя также эти сложности, они также спрашивали: «Боже, за что?» И он посылал к ним пророков и говорил: «За что?» Он говорил: «За грехи, за отступление». Он говорил: «За то, я обращаю твое внимание». За это. Иногда он говорил: «Для того, чтобы произвести суд над каким-то другим языческим народом». Бог управлял империями всегда. Бог всегда держал сердце царя в своей руке. Так говорит Библия, друзья. Не люди держали. Бог всегда держал сердце царя в своей руке. И когда приходило время, он сжимал его. И когда приходило время, он давал ему волю, он посылал его и говорил: «Иди, губи, завоевывай». Но потом он говорил: «До времени. И ты не думай, что ты нечто высокое, ты палка в моей руке. Ты тот, кто творит мою волю, ты инструмент моей воли. И в последний момент, когда твоя роль будет исполнена, я сломаю тебя об колено, как пастуший посох. Я царь царей. Я поставляю, я дарю, говорит Господь». Друзья, это тот Бог, в которого мы верим. Да, тот Бог, к которому мы сегодня собрались сюда для того, чтобы поклониться. Тот же самый Бог, который держал сердце царя Македонского, Александра Македонского, вы помните? Молодой парень, который завоевал весь возможный на тот момент мир. Он умер от малярии, простой комар пришел и принес от Бога приговор ему в его жизнь. При всей его охране, при всех его подвигах простой комар поставил маленькую точку его несчастной жизни, потому что Бог просто его использовал. Бог использовал этого императора для своих целей. И вы знаете, пророк Аввакум, размышляя о кризисах вообще, он восклицает от всего сердца. Аввакума 3 глава, 17-18 стих. Он говорит: «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Послушайте, человек написал это не тогда, когда все было хорошо. А поверьте, плохо сейчас и плохо тогда – это все же есть разница. И он говорит: «Если вообще ничего у меня не будет,
полный неурожай, если я буду голый, босый и брошенный, я все равно не поменяю свое отношение к Богу. У меня есть с Ним связь, которой я дорожу. Я хочу находиться с Ним. И вы знаете, скорее всего, Аввакум, он что-то понимал. Он что-то знал. И когда Давид проходил нечто подобное, он также восклицал в радости перед Господом. Мы все знаем 22-й псалом, помните, да? И некоторые из нас даже молятся таким псалмом, мы берем, открываем его. Давайте обновим его в своей памяти. Псалом Давида. «Господь – пастырь мой, и я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою. Чаша моя преисполнена. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Многие дни, друзья. И если кто-то думает, что написал он этот псалом, когда было все отлично, то это не так, друзья. Человек проходил долиной тени смертной, и он говорит: «Чаша моя преисполнена, она переливается через край», другими словами. Она не просто налита, преисполнена. И почему Давид реагировал на все происходящее именно таким, нестандартным для человеческого мировоззрения образом? Потому что он знал, кто его пастор. Он знал, кто держит его за руку, и он знал, куда он его ведет. И несмотря на то, что вокруг была долина тени смертной, вокруг умирал кто-то, задумайтесь, долина, в которой смертельная тень, долина, где нет хорошей пастбища, нет хорошей еды, неблагополучное место. Он говорит: «Я знаю, что ты мой пастырь, ты держишь меня за руку, ты ведешь меня». Куда? Туда, где есть пища. Туда, где тебе будет хорошо. А что я делаю в этой долине? Почему я в долине тени смертной? Потому что я иду за пастырем. Услышьте это, друзья. Я не сам заблудился, попал в долину и говорю: «О, ужас! Что мне делать?» Нет, я просто иду за пастырем. Иногда для того, чтобы прийти к чему-то прекрасному, мы должны проходить долинами, в которых есть тень смерти. Иногда для того, чтобы получить нечто достойное, мы должны заплатить какую-то цену, друзья. И проходим мы тогда, когда мы смотрим на пастыря, когда мы доверяем нашему пастуху, когда мы доверяем тому, кто направляет нашу жизнь. Потому что если мы начнем паниковать: «О, Боже, здесь страшно, я туда пойду, кинусь туда, нет, туда, и я вообще вернусь». Ты не понимаешь, что ты делаешь. Вообще успокойся, успокойся и посмотри на посох его. Подними очи туда, откуда приходит помощь для тебя. И двигайся. Он не оставит тебя. Он не завел тебя для того, чтобы погубить. Он завел тебя туда для того, чтобы провести к более благословенному времени. Это то, что перекликается со словами Аввакума. Он говорит: «Даже если все будет плохо, мое отношение к Богу не поменяется. Даже если все развалится, мое отношение будет стабильным, потому что Он мой пастырь, потому что Он пастырь народа своего». И вы знаете, я часто слышал, когда верующие люди говорили: «Я хотел бы жить во времена Иисуса, Иешуа. Это так здорово.
Вы знаете, ты ходишь, ты весь такой, вот он, вот ты, что нам это вот все, и только бы у ног Иисуса и бы сидел. Непростое тогда было время. Непростое, я бы сказал, даже жуткое было время. Болезни, рабство Римской империи. Это не просто были, знаете, когда мы читаем в Писании, римляне, они там ходили. Они были оккупантами. Такое модное сейчас в новостях слово, да? Они были оккупантами. Очень могущественной империи на тот момент. И Израиль лелеял такую вот надежду, что в какой-то момент придет Машиах, Мессия, некто от Бога, кто предаст это, кто приведет Израиль к победе. Потому что пророки об этом говорили. И когда пришел Иешуа, все смотрели на него и говорили, вот это лидер, который может нас за собой повести. Скажи только слово. Вы помните, после того, как он накормил большое количество людей хлебом, рыбой, написано, что они чуть случайно царем его не сделали. Они были заинтересованы в таком царе. Подумаем, да? Он не просто решает вопросы, он решает их на сверхъестественном уровне. Как решить экономический кризис того времени? Пускай он помолится, ну вот тут он за корзинку помолился, пускай за ящик помолится, больше людей будет, да? Что нам провиант? Ха! Пусть ангелов позовет, будут сражаться за наших солдат, и мы все победим, и так далее, и так далее. Но мы видим, что когда такие мысли приходили в их жизнь, Иешуа, он уходил. Он говорит, не надо, не хочу, не интересно мне это сейчас. Говорит, не ваше время, вы не понимаете моей миссии, вы не понимаете то, ради чего я пришел в этот мир. И до конца они не понимали, друзья. Когда он воскрес, они говорят, ну что, не в сие ли время ты восстановишь царство Израилю? Не в сие ли время нам начать восстание против Римской империи? Он говорит, не ваше дело знать времена и сроки, когда закончится долина тени смертной. Не ваше время говорить мне, когда и что. У меня есть план для вашего народа, у меня есть план для человечества. И я знаю, мои намерения о вас в добро, они лучшие, поэтому доверяйте мне. И не всегда просто людям понять это, не всегда просто. И для того, чтобы народ имел какую-то стабильность экономическую, не всегда чтобы нужно, чтобы приходил Мессия. Можно просто вести грамотно дела, и будет все хорошо. И Иешуа обращает свое внимание совершенно на другие вопросы того, что его интересовало. Апостолы, спустя некоторое время, глядя на все то, что происходит, они начинали понимать сердце Господа, они начинали понимать, в чем вообще смысл всего происходящего. Римлянам 8 глава, 35 по 39 стих, он говорит, «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или холод, или нагота, или опасность, или меч». Ничего себе так они перечислили, правда? Столько вещей ужасных. Кто отлучит нас от любви Божьей? За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашим. Не могут нас никакие силы этого видимого и невидимого мира отлучить от Его любви, друзья. Не могут. Даже если не расцвела смоковница,
Даже если у тебя развалился бизнес, даже ты, если не знаешь, куда пойти, что делать и так далее и тому подобное, не может это разделить нас от Его любви. Он по-прежнему наш пастырь, Его посох перед нами. И Он имеет для нас план, и Он ведет свой народ к благословенному месту. Уверенность апостолов была основана на понимании вот этой простой истины. Бог любит своих детей. И эта любовь настолько сильная, что Он не оставит их в тяжелые времена. Бог любит свой народ. Вы любимы Господом. Вы не брошены Господом. У вас есть основание, надежда, у вас есть повод присоединиться к Давиду и Аввакуму. У вас есть повод ликовать, внутри себя радоваться, даже если вокруг все вообще плохо. И этот повод называется Господь. Этот повод называется «Я овечка в его стаде». Он бережет нас. Вы знаете, как мы уже говорили, Бог использовал различные царства, различных неверующих людей для своих целей. И есть очень поучительная библейская история о том, кто чем правит и что из этого происходит. Это история о царе Навуходоносоре. Вы помните такого царя? Ну, сейчас мы читаем в Библии это имя, оно очень длинное, не всегда мы его даже правильно прочитать можем. Но вы должны понимать, это был невероятно влиятельный человек. Невероятно. И если сейчас принято иногда сравнивать там, кто как живет, какой президент, что он имеет и так далее, то когда мы смотрим, как жили эти цари, то, знаете, все современные, они даже близко не стояли. Безумно богатый, безумно влиятельный, совершенно просто, знаете, в идеальной жизни на то время и на наше, в общем-то. И так же само Навуходоносор, он был очень великим человеком. Он завоевал Израиль и многие-многие другие царства. И весь мир, он лежал у его ног. И давайте мы прочитаем Даниила, 4 главу, небольшой отрывок, который описывает то, что произошло с ним. С 26 стиха, 4 глава. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства, силою моего могущества и в славу моего величества?» Вы понимаете, да? Он посмотрел и сказал, «Молодец! Узрите, я построил это царство. Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос. Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола». И 7 времен придут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. И отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». По окончании же дней тех я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне. И благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды. И все, живущие на земле, ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле.
И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратилась ко мне сановитость и внешний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Друзья, и который силен смирить ходящих гордо. На каждого Навуходоносора у Бога есть удила. И каждому из них у него есть особый доступ. И он силен смирить ходящих гордо. И Бог не поменялся. Это тот же Господь, который был тогда, Он сейчас находится с нами в нашей жизни, действует и проявляет свою могущественную руку. Разве это не повод сказать «не убоюсь»? Разве это не повод радоваться и говорить «ты мой пастырь»? Разве это не повод понимать, что Бог не оставляет, что наше будущее – оно благословенно, что наш удел проходит по благословенным местам, и наша чаша преисполнена не потому, что мы, но потому что Он участвует в наших жизнях, влияет на наши жизни, изменяет наши жизни, контролирует наше будущее. Эта история, история покаяния. И я думаю, что вся империя, она была потрясена. 7 лет великий царь ел траву, был совершенно безумен, пока в один момент глаза не открылись, и проповедь достигла своей цели. Это был совершенно другой уже царь. Он посмотрел и сказал, я понимаю, кто настоящий царь? Он дает, кому хочет, и нет того, кто может противиться. Он смиряет и благословляет. Он великий. Он великий. И все, глядя на него, тоже говорили, он великий. Это свидетельство, которое подобно бомбе коснулось всего Вавилонского царства. Царство зла, империи хаоса. Империи, которая завоевала все, что можно было завоевать на тот момент. Пришел Бог и поставил всех на свои места, сокрушая гордые шеи правителя. Итак, мы читаем очень много историй в Писании о подобных событиях. Мы читаем об армиях, которые приходили к Богом благословенным городам, окружали и говорили, завтра камня на камне не останется, и солью мы посыпем ваши дома, мы посеем здесь пшеницу. И на следующее утро, когда открывали глаза люди, просыпаясь, они видели всех мертвыми. Кто это делал? Господь. Это были его войны над царями. Вы представляете, что такое для полководца прийти с огромной силой, утром проснуться без армии, и ни одного выстрела стрелы, ничего, просто пришел Бог. Просто пришла его мышца, и все решилось. И вы помните такую историю о Елисее? Помните? Однажды, когда Израиль также был обложен врагом, все очень переживали, и было очень плохо. Говоря языком Писания, долина тени смертной была в разгаре. Люди умирали. И написано, это 4 царств, 6 глава, 15-18 стих. «Поутру служитель человека Божия
встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал слуга ему: «Увы, господин мой, что нам делать?» И сказал он: «Не бойся, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». И молился Елисей и говорил: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами, огненными кругом Елисея. Когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал: «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою по слову Елисея. Ангелы Божии ополчаются вокруг тех, кто боится Господа. Ополчаются. Физически все плохо, но когда открывается наш духовный взгляд, то ты начинаешь понимать, что тех, которые с нами, намного больше. И власть Господа за нас, в нашей жизни, намного больше, намного эффективнее, действеннее и сильнее. Сегодня время молиться о том, чтобы видеть духовными глазами то, что происходит. И не судить по разуму, не судить просто по тому, что мы знаем из физического мира, но смотреть на суть вопроса духовно и понимать: время последнее, время коротко, время важное для того, чтобы приготовиться, для того, чтобы привести себя в надлежащее состояние. Время, когда нужно серьезно в полный рост встать за Господа, друзья, приблизиться к Нему. Вот что происходит, когда Господь ведет войны. И вы знаете, Писание, оно действительно наполнено такими войнами, описанием. И мы вспоминаем Гедеона, 300 человек без оружия и целое море людей. Писание говорит, что не видно было даже края от костров, и столько было, огромное количество, и 300 человек. В других местах Писание описывает, как израильтян было просто как кучка, как маленькое стадо, брошенное вокруг огромной армии. И Бог вмешивался и давал невероятную, сверхъестественную победу, невероятное избавление. Вы знаете, когда мы открываем псалтырь, мы можем увидеть огромное количество псалмов, которые пересказывают нам ту мысль, которую мы с вами сегодня разбираем. Давайте прочитаем 90-й псалом. Это также псалом, который мы все очень и очень хорошо знаем. И не забывайте о нем, друзья. И там написано: «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Говорит Господу: «Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение истина его. Не убоишься ужаса в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя 1000, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Падут, это значит умрут, 1000 и десятки тысяч, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, да не споткнешься о камень ногою твоею, на аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. О, что он возлюбил меня,
избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне и услышу его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое». Друзья, этот Господь обращает свое лицо к каждому из нас сегодня. Его ангелы вокруг нас ополчаются. Он избавляет, он говорит: перестань бояться. Делай то, что нужно. Смотри на меня, прилепляйся ко мне, уповай на меня. Не носись, как все остальные, ты просто будешь смотреть, что с ними происходит. Но для тебя у меня есть другой план. И у меня есть другое намерение для твоей жизни. Смотреть будешь, но к тебе не притронется, потому что Всевышнего ты избрал убежищем. Друзья, это повод сказать: я буду его славить. Это повод сказать: сегодня хороший день, сегодня благословенный день. Друзья, это повод сказать, что Бог не ставит точку в нашей жизни, но жизнь продолжается. Его план в действии для каждого из нас. И когда Божьи суды будут проходить над нечестивыми, когда вокруг, может быть, кто-то будет гибнуть или что-то будет происходить, Бог будет особо хранить свой народ. Вы знаете, нигде мы не находим в Писании такого места, что Бог, как Отец, когда-то может отвернуться от нас. Он всегда будет принимать участие в нашей жизни. В этом суть отцовства, в этом суть семьи. Бог заботится о своих детях. Папа дома. И сейчас это правда. Также. Папа дома. Все под контролем, друзья. Успокойтесь. Папа дома. Он является источником нашей силы. Он, если нужен, умножит нам хлеб, умножит нам рыбу. Исцелит, пошлет избавление, пошлет выход. И вы знаете, экономические проблемы – это не самые страшные проблемы человечества, как некоторые могут подумать. Писание говорит нам о тяжких временах и даже подробно их описывает. Давайте мы посмотрим 2 Тимофея, 3 глава, 1-6 стих. «И еще знай, что в последние дни наступят тяжкие времена. Люди будут любить только себя и деньги, будут хвастливы, заносчивы, грубы, непочтительны к родителям, неблагодарны. В душе у них не будет ничего святого. Это будут люди бессердечные, безжалостные клеветники, несдержанные, жестокие, враги добра». Предатели, необузданные, чванливые, они будут любить удовольствие больше, чем Бога, будут держаться внешней набожности, но откажутся от ее внутреннего смысла. Держись от них подальше. Это один из моих переводов современной Библии. Друзья, оказывается, вот как с точки зрения Писания выглядят тяжелые времена. И здесь не говорится об экономике вообще. Тяжелые времена с точки зрения Писаний определяются состоянием сердца человека в этом мире, друзья. Это волнует Господа. Это в первую очередь интересует Господа. Сердце – это настоящая ценность для Него. Это то, что он ищет. И Бог может мгновенно сделать одного богатым, одного бедным. И мы знаем такие примеры. Бог обладает всеми ресурсами. Он говорит: все золото мое, вся земля моя. Я даю столько, сколько нужно тому, кому считаю нужным. Это вопрос сердца. Вопрос, ради которого Иешуа пришел в этот мир. Придя к своим ученикам,
Он искал их сердец, Он искал их изменения внутри. Его не было целью сделать богатыми их, Его не было целью утвердить их в какой-либо форме, какой-либо власти здесь на земле. Он искал их сердец. Что же нам делать, как верующим людям, в эти сложные, тяжелые времена? Прежде всего, друзья, нужно успокоиться и не поддаваться панике с окружающим нас миром. Хотя бы даже потому, что мы, как те, кто принадлежим Богу, перестали принадлежать этому миру. Мы начали принадлежать Ему, Богу. Несмотря на то, что мы живем среди людей, встречаемся с ними, общаемся. Он Отец. Он Отец. И если мы начнем верить в это, многое изменится. Многое изменится. Отец не будет просто так, на пару со всеми, одним скопом, не разделяя верующего от неверующего, проводить свои дела в этом мире. Бог разделяет тех, кто Его знает, от тех, кто Его не знает. И есть разный уровень отношения у Бога. Он любит и тех, но по-разному строится судьба одних и других. Осознавая все это, Аввакум говорит: «Буду славить Бога». Давид говорит: «Живущий под кровом Всевышнего покоится». Апостолы понимают, что нет такой силы, которая может отлучить их от любви Божией, от той любви, которой их Господь любит. И люди, не знающие Бога, они могут подумать, что именно в материальных благах сокрыта их опора и уверенность в будущем. Сердце человека с Божьей верой находится в мире и покое. Сердце верующих находится в мире и покое, уповая на Него. Именно такой, друзья, должна быть наша реакция на кризис. Мир и покой, несмотря ни на что. Давайте посмотрим 26 Псалом с 1 по 6 стих. «Господь, свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожирать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать святой храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружившими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». Друзья, давайте мы поднимем наш взгляд от того, что происходит на земле. И давайте мы сосредоточимся на том, что происходит там, откуда приходит Его помощь. Давайте мы будем взывать о том, чтобы Господь открывал наши глаза, чтобы мы видели Его ангелов, чтобы мы видели Его руку, Его участие в нашей жизни. И давайте мы не будем поддаваться всему тому безумию, которому способны поддаться люди, не знающие Его. Ибо Он не оставит, ибо Он не покинет, ибо Он наш Отец, опора и крепкая скала. Будьте теми, кто несет эту весть для других людей. Будьте светом, будьте солью, будьте теми, кто приносит слово надежды туда, где опускаются руки, туда, где все очень сложно
и очень плохо. Будьте теми, кто поддерживает людей, не знающих Его, и кто поддерживает братьев и сестер. Бог поборает за каждого из нас. Бог заботится о нас. Его милость, она не оскудела. Его любовь по-прежнему сильна. И даже если мы что-то делаем не так, то Его любовь к нам не изменяется. Она постоянно сильна. И в этом хорошая новость, друзья. Сегодня хороший день. Давайте его прославим. Аллилуйя! Эй! Слава тебе, Боже! Мы благословляем тебя, Царя Славы! Мы, как Аввакум, говорим, Господь, ты не оставляешь нас. Мы, как Давид, говорим, Боже, ты наш пастырь, и мы покоимся в твоем присутствии. Ты опора наша и защита наша. В тебе наше упование, святой Израилев. На тебя мы, Боже, переводим наш взгляд. Мы смотрим туда, на небо, откуда приходит помощь. Мы смотрим к тебе и говорим, Боже, даже если все будет сложно и плохо, мы все равно будем верить, мы все равно будем уповать. И даже если до конца мы не будем понимать твоего плана, мы знаем, что твой план, твое намерение о нас, оно благое. И мы провозглашаем надежду, мы провозглашаем, Боже, радость, мы провозглашаем упование на тебя, мы провозглашаем, Господь, что мы принадлежим тебе, а ты наш. И никто в этом мире из знанных нам сил или незнанных не сможет нас отделить от твоей любви, ибо ты силен. Ибо мышца Твоя велика, Господь. И мы благодарим Тебя за Твое милосердие. И я молюсь о том, чтобы Ты укрепил сейчас каждого человека, кто поддавался унынию, кто депрессовал, кто начинал делать какие-то, Боже, панику, Боже, во имя Иешуа Мессии. Мы говорим мир на народ Твой. Мы говорим покой на народ Твой. Мы говорим, Господь в контроле. Мы говорим, Господь держит нас за правую руку. Господь благословляет наши дома. Господь благословляет наши семьи. Господь благословляет общину. И мы просим, Боже, чтобы в это время Ты наполнял общины, Ты наполнял церквя. Господь, людьми, которые ищут Тебя, которые становятся на Твои основания. Благословляем Тебя! Давайте прославим его. Дорогие одесситы и гости нашего города, мы приглашаем вас на четвертую межконфессиональную международную молитву против антисемитизма и нацизма. 30 марта в 17:00 по адресу Решелевская, 9А, первый этаж. Пожалуйста, будьте с нами в молитве, и мы нуждаемся в вас.